Мы в Головинском сквере с Викульком. Всем привет! И с собакой нашей. Кирой. Посмотри, посмотри. Ну посмотри, посмотри, да. Какие мы хорошие. Пришли погулять, побегать, да? На сельву хотели напасть. Кафе тут наше летнее такое. Угу. Тут даже указатель, видите? И тут велосипед чей-то. Ну это просто декоративный стоит, видишь? Не, он настоящий, просто из него сделали, видишь, декорацию такую. Кто у нас стоит? А это кто приедет там, пожалуйста, может свой велосипед поставить. Это из дерева выросло? Или это сделали? Не знаю, мне кажется, нет, это нарост. Свой, да. Похоже на гриб чем-то. Угу. Ну, дерева уже нету, ты видишь его. Спили. Да. Как хорошо с утра. Людей мало. Угу. Памятник еще в реставрации. Что-то находится. Долго делают. Да? Да, очень долго. Ну, он там треснул. Что-то. А где треснул? А там внизу лик было. У горожанина до сих пор молоток не вернули. Да? Никак не возвращают. Ну что так горожанину? Он же наш город чинил. Чинил? Вика, ты сейчас меня запутаешь. А я сильно сейчас запутаю. Инфузория. Сейчас мы ее не можем отпустить, потому что может сейчас собака прибежит. Ну да, мы зашли, а тут собачка. Белая такая. Да. Ну как наша сельва, только чуть-чуть поменьше. Совсем чуть-чуть поменьше. Угу. Так что мы ее отпускаем. Смотри, она тебя сейчас закрутит. Она может чуть-чуть попилить. Фонтанчик. Вот эти штуки. Ой, как хорошо. У меня погода такая. Чуть прохладнее, чуть-чуть. Пожалуйста. Ну, сейчас солнышко. Ну, это тут что? Что там написано? Пожалуйста, шелуху от семечек донесите до урны. Ну, конечно, это вообще правильно. Что-то там принюхалось. Пойдем дальше. Ладно, я не сбегаю до карты. Ну, давай, побегай. Бабушка, одуванчик. Ну и что? А что, не должно быть одуванчика? Ну, я думала, ух! Что не знаю, и все, не так важно. Не отпускаем с поводка, любит убегать. Молодая еще, что ей год только. Красотка наша. Приехала она к нам из Санкт-Петербурга еще полгода назад. Сын привез. На самолете летела. Да? А там еще одну собаку выгуливают. Еще выгуливается? Да, ну, пускай выгуливает. Бегай с ней. Что ты? Она бегать хочет. А ты ее вот привязала? Ну, сейчас побежим. Привязала. Так что тогда бегай с ней. С поводком вместе. Вот так. Первая школа. Не видно мне их. Надо обойти, посмотреть. Все вынюхивает. А нюх, правильно говорят, как у собаки. Все ей надо обнюхать. Ох, птицы как поют. Хороший парк у нас, конечно, здесь. Сквер, вернее, или как сквер его называют. Но мне... Порода непонятной. Мама у нее кокер-спаниель. А кто папа, мы так и не узнали. Да? Собака. Собака. Я ей цветочек положила. А? Красотка. Видите, какая она у нас? Стоять. Нельзя в огороде. Что, репихи? Цветочки. Или цветочки?
Я ее положила. Угу. Ой, врезалась в ноги бабушки. Да нет, она не врезалась. Ох, 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 ох. А? Где? Вон там. Пойдем посмотрим, да? Да, да, да. Это так. Такие маленькие. Ну так их недавно посадили. Ну да. Рябинки, да, еще. Молоденькие, молоденькие. О, оранжевая и красная. Сильва, я чуть из-за тебя не упала. Так ты смотри под ноги. Красота, да? Ну-ка, ну-ка. Ну, вообще не пахнет. А почему она должна пахнуть? О, ну, у каждого предмета должен быть свой запах. Да. Ну, конечно, ее есть нельзя. Нет. Это вот оранжевая? Нет, это... О, тут даже она чуть-чуть желтоватая. Угу. Да-да. Она хочет, чтобы ты ее отпустила. Вот что она хочет. Ну, я боюсь, что сюда собаки опять. Ну, мы будем контролировать. Давай отпустим. Она у нас побегала, но мы сюда пришли, решили ее пристегнуть, потому что... Ну что? Вик, ну как я учила? О, все. Как на мое удивление не побежала с вами. Подожди. Сейчас она начнет носиться. Ага, ага. Вот. А. Язык на бок. Уши в разлет. Ну все, давай закончим. Давай. Мы будем гулять, да? Пока-пока всем. Пока-пока. Еще раз. Пока. Всем пока, ребятушки. Вот так покашливаем. Мороженое боком вылазит. Да?